Кто? Никто не okay, есть. Я первый! Ну куда? Кто поехал? Кто поехал? Вадик поехал, да? СВ. СВ Алексей. Ты чемпион. Поздравляю, ты стартуешь в первом тебе. Ты выиграл, чувак. Твой. Он обратно возвращается. Так, выезжаем. Вот видите, там это красный баннер. Рот первый. Кто был второй? Подъезжай. Гуннер был второй. Гуннер второй. Подъезжай. Все, остановились там это. Слева, справа. Кто третий был? СВ Алексей, наверное. Давай, Алексей. По-моему, я четвертый. За гидрогеном кто? По-моему, капкан, нет? Андрюх, ты какой был? Давай, капкан. Он вообще здесь? Он с нами? О, нет, спики с нами. Ну да, мне кажется, мы утеряли. Без микрофона, может? Его, ну, блин. А, все, он ты... подъехал. Ага. Может, у него кнопка... Потом я, по-моему, да, пою за ним? Так, Шахов, стой. Так, на, погоди, а как бросал? Так, ага. Я седьмой был. Кто, Шахов? Нет, Михас. Резина остывает, все тогда хана. Шахов назад, да, зябнет, вообще капец. Все хана, и так хреново стартует машина. И тормоза холодные. Я же сам последний был. Андрюх, Сик, ты куда? Все, 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 Михас, стой, стой. Он красиво надо. Хочет стать. Как красиво, это как? А я красиво стою? Не, ты не красиво. Блин, ну а что делать? Так, все, перепарковываться. Старт тогда схода. Потихонечку поехали. Я стартовую решетку. Первая позиция у нас. Род Кинг занял. Вторая позиция у Гуннера. Третий СВ Алексей. Четвертый гидроген. На пятой позиции Сикапкан. Не спешите, ребята, сильно. Грейте резину. Марганчик у нас шестой. Шахов седьмой. Михас восьмой. Там немножко поменялись. И Кинг девятый. У нас были небольшие технические проблемы. Итак, начинается первая гонка V8 Supercars чемпионата из серии Masters Racing. У меня постоянные проблемы технические, поэтому видео может не записаться. Также 9 кругов получается. Так, вылет. Ну, формально, да. Ну, значит, 9 поедем. Грейте резину. Автомобили довольно сложные, но интересные. О, испытал сложность. Давай быстрее возвращайся, пропустим. Гуннер, давай, давай. Итак, у нас первая гонка, сейчас будет старт схода. По прохождению первого поворота можно стартовать.
Так, старт у нас. Рот по внешней траектории борется с Гуннером. И борьба за вторую позицию. СВ Алексей и Гидроген. Атака на первую позицию. Гуннер выходит в лидеры. Гидроген внутри. Небольшой контакт был. Остается на четвертой позиции. Органчик уже разбита машина. Шахов шестой. Михас на седьмую позицию прорвался. Кинг восьмой. Сикапкан девятый. Зик, по-моему, был в боксах. Так, лидер Гуннер. На второй позиции Рот Кинг. Он показал большую скорость и не отстает от Гуннера. Также борьба за третью позицию. Гидроген по внешней траектории занимает внутреннюю поворот, не успевает. Алексей защищает свои позиции. Марганчик идет на пятой позиции. Михас в борьбе за шестую позицию начал атаковать Шахова Сергея. Так, в борьбе за третью позицию Гидроген прошел СВ Алексея, но у них борьба очень плотная. Несколько раз уже поменялись местами, используют разнообразные траектории. Ошибся на торможении, хотел на позднем торможении обогнать, немножко не получилось. Гидроген не ошибся. Гуннер ушел в отрыв от Роад Кинга. Михас уже на хвосте. И ошибается. Хорошо, что не вылетел с трассы и не ударился. Напоминаю, у нас кастомный чемпионат с использованием кастомных раскрасок. Любой игрок может в него присоединиться.
можем нарисовать раскраску по вашему желанию. И вы можете с этой раскраской участвовать в этом чемпионате. Самая плотная борьба, наверное, за третью позицию. Пилоты постоянно обмениваются небольшими контактами, меняются позициями. У нас авария, Михас вылетел. Марганчик провалился на шестую позицию. Сергей Шахов вышел на пятую. Цикапкан догоняет уже Марганчика. Марганчик ошибается, вылетает на трассу. Ненадолго, он потерял машину. Автомобиль у него поврежден. Кинг на свежей резине скоро будет догонять отстающих. Цикапкан уже преследует Сергея Шахова в борьбе за пятую позицию. А за третью позицию у нас ожесточенная борьба, очень плотная. Во второй гонке у нас будет старт схода, и стартовая решетка будет у нас развернута по итогам всего чемпионата. Так как это первая гонка, то стартовая решетка будет по итогам первой гонки. Первая восьмерка будет развернута в обратном порядке. То есть тот пилот, который финиширует сейчас на восьмой позиции, будет стартовать с pole position и в обратную сторону. Неудачник у нас остается девятой, будет стартовать с девятой позиции. И свой Алексей начал отрываться от гидрогена. Рот едет на второй позиции. Гуннер идет в лидерах. Капкан прошел уже Сергея Шахова. Вышел на пятую позицию. Марганчик седьмой. Михас восьмой. Кинг замыкает на девятой позиции. Еще у нас осталась половина гонки.
СВ Алексей оторвался от гидробена. Больше у них плотной борьбы такой нету. Резина ушла, совсем не держится. Надо поберечь. Ах ты еще. Ну, совершенно верно. Потому что за первый год у нас будут начислены большие очки. Так, лучший круг у Гуннера 2.01.168. Род Кинг 2.02.305. СВ Алексей 2.04.151. Гидрогин 2.05.191. Сикапкан 2.06.220. Сергей Шахов 2.08.744. Марганчик 2.08.070. У них борьба с Михасом. Марганчик перекрестил траекторию, защищается. Тормозил, ошибся. Михаш на внутренней позиции, на траектории. Но Бруно имеет несколько поворотов разных в левую и правую сторону, поэтому можно зайти в один поворот на лучшей траектории, но выход у соперника будет лучше в другом повороте. Между делом Марганчика 2.08.070. Марганчик поврежден автомобиль. Затяжной подъем перед стартовой прямой, и Кинг внутри атакует. Выносит его за пределы трассы, остается внутри. Износ шин сликов софтовских очень высокий, поэтому под конец гонки все шины начали плыть у пилотов. Не знаю, просто кто-нибудь использовал хард. Я бы рекомендовал использовать хард на длинную гонку, 10-круговую. Если бы ты это раньше сказал. Все выбрали софт. И сейчас борются уже не с соперником, а со своим автомобилем. Так как здесь шины имеют в этой игре реальные характеристики, то здесь используются шины Dunlop. И это не значит, что шины Dunlop имеют такую же консистенцию, как, например, на GT3. И изнашивается точно так же, как на автомобилях GT3. Можно предположить, что здесь софт – это суперсофт. Соответственно, он может продержаться всего лишь несколько кругов. Это на быструю дистанцию, короткую дистанцию, или же квалификацию их можно использовать.
Соответственно, жесткие шины, это значит софтовские. Так, за два круга до финиша лидирует Дунар. Едет плавно, без особых ошибок. На второй позиции Рот Кинг. Большим отставанием. На первом кругу повредило управление, сбил покрышки. Вот, да, особенность этой трассы — это покрышки, которые стоят в углах на апексах поворотов, чтобы не срезали. В реальных гонках стоят здесь покрышки, но в игре они практически бетонные и убивают машины. Ну, они бы и в реальности, наверное, повредили сильно. Я думаю, да, и в реальности тоже. Так, у нас один круг до финиша. Третья позиция у Алексея. Четвертый — Гидроген. Сикапкан на пятой позиции. Борьба за шестую позицию между Михасом и Кингом. Бок о бок проходит несколько поворотов. Довольно корректно все сражались. Всем большое спасибо. Но впереди еще гонка. Да, у нас будет еще одна гонка. Так, у Кинга лучше был выход, но он уперся в Михаса. Сипстримом пытается на торможении пройти. Михаса выносит на внешнюю. И ошибается. Не удержался. Кинг прошел на шестую позицию. Да, желательно не нажимать кнопку «Выход», потому что, чтобы у нас записался повтор, если у меня трансляция не получится. Так, а Гуннер у нас тем временем финишировал на первой позиции. Роб Кинг завершает последний круг. На втором месте ДСВ Алексей третий. Гидроген четвертый. Сикапкан в последнем повороте на пятой позиции. Несколько скинов нарисовал Xenomen, которые сейчас ребята используют. Кинг шестой в подъеме перед последним поворотом. Михас на седьмой позиции. Марганчик восьмой. А Сергей Шахов разбил автомобиль. Остается на девятой позиции. Не выходим. Ждем завершения гонки. Как трудно Марганчику. Вот, Гуннера его уже догнал на круг. Без колеса, четыре круга еду. Ну, понятно, технические неполадки. Совершенно верно. Очень трудно.
Очень что-то было похоже на эндуранс. Очень сильно приложились, и очень большая нагрузка, видимо, на подвеску. И колесо на шестом круге, оно лопнуло. Даже лопнуло? Да. И так Марганчик завершает гонку мотоциклом. Ну, по сути, да. Трициклом. Понятно. Температура 30 градусов у меня была на седьмом круге. Я вот Михас начали гонки плохо пнул, извиняюсь. Не хотел. Вот. Ну, тормози просто. Что-то как-то получилось так, Михасом, да. Так, Шахову не повезло. Бы. Он так в заборе остался. Михас, причем вроде меня, как я понял, нет, не дотронул. А у меня прям швырнул машину в борт. Ну, в смысле, это бордюр, отбойник. Вместе с ним же. Так ты мне сначала повредил подвеску, я вообще 7 кругов ехал с поврежденной подвеской. В смысле вначале? Ну, вот на 3 круге. Когда ты боком вышел. Все равно у нас... Ну, вот Бунера. Это как бы... Видимо, рассинхрон был, потому что у меня прям подцепило жопу, потащило. И, короче... Ну, вот, отлично, да, и я тебя и в боке торпедировал. Вот. Так ты меня и подцепил. У меня как бы, то есть, видимо, анимация из-за этого. Не анимация, как это сказать. То есть, видимо, ты не дотронулся, а Серый посчитал, что дотронулся. То есть я не просто же в бок поехал. Там рассинхрон просто был. Ну, рассинхрон, да. Понятно. Там прямая была. Окей, я понял. Да, и так получилось. Поэтому старайтесь задел оставлять полметра. Там, на всякий. Лёх, там вот реально полкорпуса, наверное, был. Там метра два, наверное, было все. Ну, точно прям. То есть я смотрел, я видел в зеркале заднего вида, я чуть не его бампер видел. Там у вас пошел отчет? У меня просто нету. Да, пошел. Все, сохранить повтор можно. Да, сохранил даже. Да, я тоже. Даже этого нету. Ну, сохраните, если что, мне потом скиньте, пожалуйста. Мы туда выезжать к этому. Я опять первый стартую. Красному баннеру. Никто не стартует, никто не стартует. Green, green, green. Go, go, go. Вадик, мы в бокс? Да, можно в бокс. Ушел. Кто первым стартует, говори. А, с восьмой позиции кто он? Ой, с... восьмой кто был? Я был. Марганчик первый, давай. Вперед. А откуда? От красного флага? Да, от красного баннера. Седьмым. Кто финишировал? Может быть, мы это пойдем гуськом? Гуннер, стой. Так, кто там это? Потом Михас, потом кто? Я полагаю, Кинг. Кинг? Потом... Ага, у меня харды. Кинг, ты какой? Четвертый? Получается, да. А значит, я пятый же. Нет, давай, гидроген. Потом СВ Алексей. СВ Алексей. Потом Роуд. Аккуратно, аккуратно. За Роудом. Как быть-то? Как быть? Я на хорнах, я не поменял, ничего, дурак. Отлично. Теперь можешь атаковать вовсю. Атаковать вовсю. Просто атаковать будешь всех. Я за 2.10 проеду. Капкан, пройди Роуда. Стоп. Вот как мне сейчас первым стартовать, а? Аккуратно. Как стартовать? Ты что, никогда первым не стартовал? На хану, мне с чем дело-то? На хардах. Вперед, вперед, вперед Роуда пройдите. СВ, проезжаю на Роуда. Я хочу уточнить, а почему у нас первая пара вдвоем стоит, а остальные в ряд так должно быть? Мы же сходу стартуем, пофиг, сейчас какая разница. А, окей. Так, сейчас я запускаю трансляцию. Получается... Пас должен сюда приехать, между мной и Марганчиком. Чтобы все в ряд ехали. Михаил, давай, двигай. Влево, влево, ряд. Все там это, распределились, запускаю. Че, поехали? Да. Итак, привет всем, у нас вторая гонка. Восемь суперкарс. Все выехали на прогревочный круг перед стартом. Старт будет с хода.
необходимо разогреть шины, потому что они имеют свойство остывать. Во второй гонке у нас последовательность происходит по финишу первой гонки, но это конкретные гонки с первого этапа. Дальше это во второй гонке будет стартовать по набранным очкам в общем зачете в чемпионате. Лидирует у нас в этом таком перевернутом зачете Морганчик. Он стартует с pole position во второй гонке. На второй позиции будет стартовать Михас. Кинг будет третий. Гидроген четвертый. Ситкапкан пятый. Скорее всего, надо поменяться местами гидроген и капкан. Да, 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 я пятый же. Совершенно верно. Капкан будет у нас четвертый. Аккуратно. Слава богу. Кингу я не поврежу. А я бы еще хотел сказать, что нашим пилотам стоит быть аккуратнее на прогреве, потому что я уже наблюдаю за центральной частью, особенно это места 4-8, да? И при прогреве машины весьма близко друг к другу идут. Можно зацепить еще не начав гонку и повредить автомобиль. Ну, люди уже проехали очень сложную первую гонку, поэтому они уже обвыклись немножко. Возможно. Роуд Кинг у нас стартует на 7-й позиции. Гуннар лидер зачета на 8-й. Итак, старт. Морганчик первый, Михас второй. Кинг третий, Сиккапкан на 4-й позиции. И у нас первый вылет. Морганчик, да, потерял, удержал машину. Потерял несколько позиций. Михас выходит на первую позицию. Капкан третий. Гидроген атакует Капкана. А у нас ДТП. Алексей вылетел. К сожалению. В первом повороте стоит на месте. Завелся, всё, завелся, поехал. Завелся. Так, плотная борьба. Между напарниками по команде. Итак, Гуннар с гидрогеном немножко контакт был небольшой. Я не заметил, что там есть кто-то. Кинг вылетел. Роуд Кинг вышел на первую позицию. Гуннар уже четвертый. Морганчик немножко зацепился с гидрогеном. Хочу сказать, что Морганчик сейчас очень неплохо обороняется от двух пилотов, существенно превосходящих его по скорости, и тем не менее до сих пор держится. Хотя и это не чистая оборона, да, то есть мы видим некоторые контакты здесь, незначительные. Пилоты более или менее равномерно распределились сейчас по дистанции, примерно с одинаковым интервалом идет. Единственный, кто отстает, это Алексей. Мы можем пожелать, к сожалению, только удачи, чтобы он держал темп и догнал все-таки. Главное не падать духом, как говорится, и ехать до последнего. И Морганчик снова у нас, похоже, выходит с траектории, гравий. Может быть, у него повреждена машина в значительной степени. Как еще можно объяснить вторичный вылет в одном и том же повороте? Харды. Харды. Точно, харды. Ну, местами, хочу сказать, наблюдается достаточно
грязная езда со стороны всех пилотов без исключения. Автомобили весьма сложные в управлении. Электроники минимум, если быть точнее, и вовсе там практически нет. Я бы не удивился, если бы там был карбюраторный двигатель даже. Паша, потом скриншот сделаешь, Ваня, потому что у меня произошел краш всего. Очередной. Хорошо. Вот стрим упал. Да, я думаю, черный экран. Хорошо сделаю. То есть можно не комментировать, короче, да? Я думаю, да, выключаю. Я могу только для едущих прокомментировать, может, давай, давай. Рассказывай. Я понял, задвигай, да, задвигай, мы едем пока. Ну чё, у нас борьба, короче, за первую позицию идет, то есть, да, тут уже... О, длинный ник-то какой. Гуннар. Гуннар. В хвосте. О. Кинга дорожного. Эй, оу! Возможно, это, конечно, Кинг пропустил его, но... Похоже было на потерю управления больше. Также плотная борьба у нас сейчас будет. Гидроагент параллельно, просто нос в нос идут. Красавцы. Держите, держите на поребриках. Оба скачут, как сайгаки, конечно, подстреленные на поребриках. Носят тачки у вас. На раннем торможении уходит. Капкан и пропускает гидроген вперед. Но при этом дальше его не стремится отпускать. Все, сиди плотненько на хвосте. Не влепись только. О, хорошо ушел. Практически столкновение допустил. А тем временем, кстати, наш теоретический аутсайдер Алексей нагоняет уже седьмую позицию тем временем. А на седьмой у нас Морганчик на хардах. Сочувствуем. Очень плотно идут автомобили с третьей, четвертой и пятой позиции. Я думаю, их разделяет меньше секунды точно. Расстояние буквально в 2-3 корпуса между машинами. Интересно, как сейчас шикарно вы пройдете. Потому что на ней часто разворачивал народ. О, шины снесли, красавцы. Капкан чуть не потерял управление, судя по тому, как машину заводила. Гидроген. Закладывать поворот, может быть, мне показалось, что немножко медленно. Но зато с траектории не ушел. А Михач тем временем догоняет. Причем так неплохо догоняет. У капкана он конкретно на шести сидит. Надеюсь, контакта не будет. Поздно открывается Михач на выходе. Надо было раньше газ нажимать. Отпустил немножко противника. Атакует по внутренней, но не рискнул. Решил не доводить до ДТП. Воу! Небольшой вылет. Капкан очень плотно идет, но вылетает двумя колесами направо. Скорее всего, не удержится в повороте, да, так и происходит. Вылетает на высокий поребрик, теряет скорость немножечко, отпускает. Ой, 13-го вперед.
Гидроген тем временем имеет запас небольшой на своих догоняющих. Насколько он его сохранит, к сожалению, телеметрию и времена не видно нам, неизвестно. Воу-воу-воу, вот это атака, борьба на прямой, контакт, контакт, зеркала не точно зацепились. Надеюсь, они у вас остались на месте, игра вас пожалела. Открывайся! Отлично, вовремя открывается в этот раз Миша, и, наверное, Миша Михач. Я предполагаю так. Михас. Михас, правильно, да? Извините. И снова почти контакт, я не знаю, но у меня отображение, то есть игра отобразила, что контакт был сейчас в повороте, легкий-легкий совсем. Просто сумасшедшая борьба между двумя пилотами тут идет. Ох, а теперь полноценный, сильный уже контакт с вылетом одного из участников. Думаю, повреждения соответствующие. Но в данной ситуации капкан несколько выигрывает. Повреждение задней части автомобиля приводит к развороту. Нет, не выиграет он. Видимо, развал на задних колесах основательно ушел. Дело в том, что обычно, как правило, повреждение передних колес гораздо больше сказывается, чем задних. И теоретически, в худшем положении должен сейчас находиться Михас. Да, очевидно, перетормаживает он в повороте. Потому что машина не держится, скорее всего. Нагоняет его Кинг, нагоняет его быстро. Видно, как расстояние уходит с каждым поворотом существенно. Гидроген тем временем получает комфортный запас перед собой. Точнее, за собой. Лидеры в числе, скажем так, Гумера и Роаркинга все так же держится на том же расстоянии, собственно, поддерживают темп, насколько я понимаю. Здесь на выносливость у них гонка между собой идет, им мы мешать не будем. Времена расскажи. А давай. Гунерс у нас показывает 2:01.03. Роткинг показывает аналогичное время, 2:01.470. Гидроген показывает 2:04.5. Михас показывает 2:05.300. Кинг показывает время 2:05.900. Капкан 6:400. И неожиданно СВ Алексей показывает 2 минуты, находясь на 7-й позиции. 2:03.600. Что значительно быстрее, чем у впереди идущих машин, причем у 4 впереди идущих машин. То есть теоретически он показывает время достаточное для того, чтобы заехать на тумбочку на 3-е место. Если он не сбавит темпа, он тут есть. 4 круга, в принципе. Может быть, что-то и получится интересное. Марганчик, ну, 2:10. Мы его можем посочувствовать в данной ситуации. Совсем нет держака у него у машины. Капкан тем временем видно, как борется с повреждениями автомобиля на каждом выходе из поворота. Ее несет, очевидно. Насколько сильно, конечно, судить сложно, глядя со стороны, но... Заметно. И у нас вылет. А вылетел у нас Михас. Видимо, разбитая морда дает о себе знать.
пропускаю там вперед Кинга. Ну, это, я думаю, вопрос времени был. Кинг поддерживает существенно больший темп, чем Михас на поврежденной машине. И тут же на Михаса накатывает капкан на тоже поврежденной машине. Это просто два пилота, которые сегодня закусились основательно. Новой борьбы не состоялось. Пока. Неизвестно, как поведут оставшиеся три круга, два серьезных поврежденных автомобиля. Может быть всякое, вплоть до перегрева какого-то конкретно колеса очень сильного, поэтому тут мы еще увидим. И тем временем Роад Кинг у нас показывает... Нет, не показывает он лучшее время, к сожалению, я внимательно посмотрел. Все, то лучшее время все так же за Гуннерсом, а расстояние, разрыв визуально увеличился, к сожалению, между Роад Кингом и Гуннерсом. Все-таки немножко по темпу уступает. А гидроген тем временем достаточно комфортно, благодаря вылетам своих товарищей, идущих сзади. Комфортно в одиночестве катится. На какой позиции? На третий гидроген у нас сейчас. Но, кстати, не очень большое расстояние между гидрогеном, хотя и не всегда находится в зоне прямой видимости друг с другом. На самом деле тут один занос неловкий или да, какой-то вылет, и уже расстояние будет существенно сокращено до вполне себе атакующего. Следом летят. Тем временем Алексей у нас уже нагоняет. Нагоняет он очень быстро капкана. И, видимо, уже прошел даже Михаса. Я не знаю, может быть, у него реактивный двигатель в машине стоит, но темп он поддерживает очень хороший. Очень хороший, это видно. И не перетормаживает нигде. Либо очень смелый просто. Я думаю, что дальнейший обгон двух впереди идущих автомобилей — это чистый вопрос времени за два круга. Я думаю, что этот состоится. И тем временем у нас вылет, к сожалению. К сожалению, быстрого пилота. Это Кинг. Ушел у нас на гравий. Теперь ему тяжело будет удержаться в шикане на грязной резине. Преследование Алексея, к тому же, на хвосте сидящего плотно. Ну и капкан. Капкан сейчас будет работать своего рода якорем для двух сзади идущих быстрых машин. Так что последние два круга обещают быть жаркими, очень даже жаркими в этой сфере. И Алексей, нифига себе, как ты нагнал его, вот это да. Ну хорошо, трансляции нет, поэтому прямые эмоции, да? Хорош, просто такое ощущение, что записано. Трансляции нет, но все я записываю, например. Так что давай продолжай. Да, это будет очень интересно посмотреть, послушать. Надеюсь. Ну нагнал, конечно, хорошо. Подтолкнул, да, там грязноват, конечно, но там, я тебе говорю, он вышел с таким ускорением, что я не знаю, он там, наверное, ловил машину, ему просто было, ну, не до впереди идущей машины совершенно, он просто, я не знаю, это была тапка не то, что в полу, это, наверное, он продавил пол и вылетел просто на ускорении из поворота. Ну и, собственно, теперь он уже целится, да, на четвертую позицию, а последний круг. Поддерживает он просто космический темп, я подчеркну, несмотря на вылет в самом начале и, скорее всего, повреждение автомобиля, он летит, конечно, круто. Это внешне выглядит круто. Между тем резина ушла, передняя левая, еще вот, два круга назад. Начинается веселье. Последний круг. Сейчас жара. Жара у вас под капотом, жара у вас на колесах, на трассе. И плотная борьба между Алексеем и капканом, насколько я понимаю. Да, сейчас на торможении капкан будет пытаться подстроиться, но нет, не рискует.
не рискует, и как опять с ускорением нечеловеческой силы, я не знаю, как он это делает, он во внутреннюю траекторию ныряет к капкану, и я так понимаю, это под полным газом выход, потому что по-другому такое ускорение объяснить нельзя, человек что-то знает в этом, очевидно. Запрыгивает во внутреннюю траекторию капкана. Но капкан успешной брони, если до сих пор между прочим. Ну, я заметил по первой гонке у Алексея медленный вход. Очень. Возможно. Возможно, этим объясняется очень быстрый выход. Вот, зато быстрый выход. А и так он пристрал... Ох, какой сильный контакт! Без того поврежденная машина капкана теперь, наверное, вообще просто в хламе. Алексей тоже повреждает свой автомобиль, естественно. Левой стороной ударился Алексей там. Удар был достаточно сильный, внешний. Как это скажется на гонке, неизвестно. Но капкан на бронеется. Тем временем обстановочка гидроген у нас есть в гордом одиночестве на третьей позиции. Роткин второй тоже в гордом одиночестве уже. Гуннерс улетел от него вперед на первой позиции. Устанавливает рекорд. Все, финиш. А? Финиш уже, все. Я финишировал. Угу. Да, капкан финиширует на четвертой позиции, Кинг на пятой, Алексей на шестой. Я что-то пропустил. Пропустил, развернуло. Сильно развернуло. Очень жаль. Михас у нас на седьмой позиции и Марганчик в боксах. Видимо, не выдержал душа поэта позора мелочных обид. Ну, что сказать, жара была, жара. Особенно в середине всей сетки, это где-то место с третьего по пятое, очень плотно шли. И, конечно, герой заезды, да, то есть помимо, естественно, приехавшего первого Гуннерса, это Алексей. Чуть-чуть не удержал машину, к сожалению, а так, конечно, шикарно ехал, шикарно просто. Но это автоспорт, тут все бывает. Развернуло, так развернуло. Всем спасибо. Приходите на чемпионат. Повтор не нужен? Повтор нужен, конечно. Чуть рано ты начал. Всем спасибо говорить. Всем спасибо, все свободны. Эй, эй! Финиш уже, поэтому... Сейчас все выйдут, вот и тебе спасибо. Если огласить весь список победителей и тех, кто финишировал или не финишировал. Сейчас пока таймер. А ты еще видео пишешь? Да, я пишу. Говорите, говорите. У нас идет. Скажешь, нет, я как раз не буду говорить, пока ты пишешь. Гидрогена и весь вот этот комментарий. Я думаю, может быть, что-то записалось. Трансляцию. Не, молодец, ты классно комментируешь, мне понравилось. Да. У нас это Павел очень классно откомментировал. Будем надеяться, что... Тебя надо на регулярной основе. И я даже хочу, чтобы ты это комментировал этот формулы наши на ТОФа. Как раз там да два чемпионата. Тебе. Честно тебе говорю, мне понравилось. Единственное, что когда говоришь про меня, меня начинают руки дрожать. У меня то же самое, только все время про меня говорил. Да, да. Ну извините, я могу выходить, в принципе, в отдельный канал где-нибудь в РК и там. Это без сомнения будет, когда будешь официально. Вот комментатором так и будешь делать, я тебе точно говорю. Вообще класс. Мне понравилось. И повреждения преувеличиваешь. Возможно. Ну ты знаешь, как у меня это выглядит? То, что там такой удар, что у вас там крылья чуть ли не отлетают. Там, да нет, там да, даже никто не выглядит. Выбил там вообще на траву. И кстати, насчет отрывов. Хочешь отрывы увидеть? Нажми на глазик при просмотре вида от сзади, когда ой, смотришь блин, машину. Ой, блин, сорян, а я не знал. И там есть интерфейс HUD. Да, я понял. Все, можешь. Все, будешь. Я не знаю, ну, как... для наших радиослушателей это было очень радиослушателей. Интересно. Радиослушателей. Да, поэтому все вот эти вот отрывы, все эти повреждения было очень интересно слушать. Да, особенно это, когда ты... Повтора не будет. А чё, не будет, да? Когда сессия подвисла. Походу, да, там подвисло всё. Ну, ребят, там это, если что, а я, в принципе, может быть, сделал. У кого-то будет. А каким кто финишировал? Алло. А, я принтскрин сделал результат. А я вижу так тоже, что? Да, с эскейпом можно посмотреть. Сделайте это скриншот, пожалуйста.
Я на подиуме. Всем спасибо, всем пока. Всего хорошего, спасибо. До следующего раза. Следующая у нас гонка будет в Золдере.